Ведь откуда приехал к нам Лимонов? Из Парижа. Там он сидел. Лимонова вызвали к себе в теневой кабинет. Правильно. В 93-м году, он ровно приехал, 20 лет назад. Он захотел стать лидером партии, постажировался у нас полгода, отвалил и создал эти дурацкие организации, НБП и прочее, другая Россия и так далее. Вот. С Немцовым приходилось общаться как с депутатом. Я помню это, вот стакан сока апельсинового, все помнят. И Рыжков депутат тоже был, Касьянов премьер-министр приходилось общаться. Ну, вот, значит, Удальцов тоже где-то пересекались. О, Прохоров еще. Вот 11-й. 11-й Прохоров в эту команду. А Навальный? Я уже включил его. Нет, вы да, вот Навальный сейчас. Так да. Напрямую не было никогда. Но мошенник, подлец последний. Просто видите... Ни одного трудового дня. Нигде никогда не работал, негодяй. Как Ленин, как Карл Маркс. Бездельники. Революционеры... живут, высасывают деньги у народа. На эти деньги наворовские живут. Никогда нигде не работал. Только ООО. Общество с ограниченной уголовной ответственностью. Вот там Киров Лес, там СПС Пропаганда, Почта России. А сейчас вся компания на иностранные деньги. Если там русские, давай список. Кто русские дали деньги Навальному? Кто? Я смотрю, вон машины ездят, написано за Навального. Ну и что, я наклею за Дегтярева. Я наклею за Дегтярева, ну, Дегтярев-то он ваш, ясное дело. Ну я говорю, что во время выборов вы можете вывешивать все, что хотите. Я говорю о том, что Дегтярев чистейший человек. Ничего нету. А Навальный грязь на каждом его метре. Говорят, негде клейма ставить, так сказать. Прожженный. Завербован в Ельском университете в 2010 году. Как и Немцов. Все агентура Запада. Касьянов, Рыжков. Рыжков, я сам был на натовских мероприятиях. Приезжает глава американской делегации. Меня узнал, поговорили. Говорит, где Володя? Он на коротке. Володя где? Он еще не успел приехать. Все время обрабатывали его на натовских семинарах. Это было лет 10 назад еще, при Примакове. То есть все агентура. Я был в Париже еще лет 20 назад. Мне говорят, вот здесь на втором этаже мы тренировали Гайдара. Пожалуйста. Явлинский, Кёнигсвинтер, около Бона, фонд Фридриха Наума. Там они тренировали Явлинского. И приняли в либеральный тренировали персонал. В каком смысле? Учили, на что? Как делать, как проводить выборы, как захватывать власть. То есть за деньги. Бесплатные семинары, проезд, питание, там командировочные. Ну, как у нас была Академия общественных наук при ЦК КПСС. Ну. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».